throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerk it like Molly. Don't pop it like Molly. Привет, друзья! Сегодня расскажу вам о своем новом увлечении в рыбалке. Это ловля мирной и хищной рыбы на микроколебалке. В этом году впервые попробовал половить микроколебалками головля и окуня. Очень интересный способ ловли, конечно. И в начале лета купил для пробы несколько колебалок от SV Fishing Lures. Это флешлайн, кокетка, индивид и паник. Вот они у меня расположены. И пару блесен от российской фирмы Profilux. SV Fishing я уже попробовал половить. В принципе, неплохо ловят и окуни, и головля. Даже в прилове мелкая щучка появляется. А российскими блеснами я еще не пробовал пока. Не удалось. К следующему сезону решил прикупить еще блесен от SV Fishing Lures. И сейчас я вам их покажу. Во-первых, заказал себе новую модель Air весом 2 грамма. Я думаю, что они подойдут не только при ловле окуня и головля, а также для ловли форели. Также, учитывая тот факт, что я очень люблю ловить твичингом, я не мог пройти стороной такую блесну, как Metal Twitch. Вот они, две блесенки. Одна весом 4 грамма, другая весом 3,3 грамма. Они специально созданы, вот эти блесны, для рывковой проводки. Следующая мною блесна приобретенная, это модель Glisser весом в 2,5 грамма. Я ее взял для таких мест, как для мест с большой растительностью, а также для мелководий. Новые цвета, такие вот у SV Fishing, мне очень понравились. Молодцы ребята, конечно. Ну и еще заказал уже имеющуюся у меня блесна модель. Это модель называется Кокетка. Вот они, две модели. Весом 3,8 грамма. И вторая тоже 3,8 грамма. Все это дело я буду бросать спиннингом Banax New Mega с тестом 1,5-10 грамма и длиной 2,28 сантиметра. А также катушка у меня будет стоять Diver Ravers 2506. В общем, покупкой я доволен и надеюсь, в следующем сезоне все блесны оправдают мои надежды.